В этом году фестиваль расширился, увеличился во всех смыслах. В этом году у нас впервые красная дорожка, как полагается любому кинофестивалю, в связи с тем, что у нас фильмы со всей Украины, и мы по праву можем называться всеукраинским кинофестивалем, проходящим как бы не в центре, не в Киеве, а в Николаеве. Да? В этом году у нас в два раза больше фильмов поступило, чем в прошлом году, 80 фильмов со всей Украины, даже из двух стран, Канада и США. Это украинские режиссеры, которые живут в этих странах, прислали нам свои фильмы оттуда. Как бы, то есть, как бы, грубо говоря, летели оттуда они. Я его ждал целый год. Я хотел принять еще в прошлом году участие в этом фестивале, но, к сожалению, у меня не получилось. А вот в этом году, наконец-то, у нас получилось принять участие. Вот, кстати, наш режиссер, ну, Натана Бундук. Вот, вместе мы работали где-то примерно месяца два-три. Мы работали над картиной. Конечно, сделали не так, как хотелось, но потому что сжатые кроки в этом году, очень мало времени нам дали на съемку, поэтому мы, конечно, сделали все не так, как хотелось бы, но надеюсь, если в следующем году будет этот же проектор гражданский, то думаю, что на порядок выше будет. Ну и, конечно, приятно то, что в этом году у нас 15 тысяч гривен за первое место дают, то есть за что. Здесь много моих друзей, моих знакомых, которые режиссеры, начинающие. Вот. Ну, конечно, ожидаю, потому что это мои друзья, и я всегда рад видеть их картины, смотрю их с большим удовольствием. Вы знаете, очень трудно оценивать работы, которые, ну, скажем, сделаны от всего сердца и творческие. Наверное, по критерию просто понравилось исключительно. Я не эксперт в кинематографе и не эксперт, там, не знаю, в каких-то монтаже или там еще каком-то, в каких-то сферах, связанных с кинематографом. Я просто оценил как зритель, как человек, которому нравится там сюжет или не нравится, или которого просто зацепило. Евгений Цимбалюк с фильмом «Cars for Arts». Низко набывает. Дорогие друзья, мы приглашаем Евгения на сцену. И у нас все просто на премии. Не забывайте Евгения в аплодисментах. Дорогие друзья, фото с мэром. И денежный приз от городского головы – половина зарплаты городского головы. Фильм «День в НИКа», режиссер Евгений Уманов, город Николаев, получает премию, побеждает номинацию «Зрительские симпатии», «Фанфары». Друзья, ваши опыты, я говорю. Я думаю, це найпочесніше, а в нас найпочесніше в нагороду.